Ай, улетела наша жар-птица. Hello, guys. Hello, everyone. Later I will speak with you in English. Посмотрите, какая красота у нас сегодня. Рядом со мной ночует. Я не знал, что павлины умеют летать, если честно. Только что я разговаривался с местным ресепшионистом, работником. Вот видите? И он мне сказал о том, что павлины ночуют на деревьях, наверху, и спят там, потому что ночью и вечером за ними охотятся собаки, которые сюда прибегают тогда, когда уходят туристы. А мы с вами находимся внутри монастыря Святый Наум. Северная Македония. Новая страна. Сегодня я не смог уехать, застрял на трассе. И нашел ночлег в близлежащем монастыре. Прямо в 2 шагах от границы с Албанией. Потрясающее место. Очень красивое, очень изумительное. Где живет около 10 павлинов. И чувствуют себя они просто великолепно. Очень уверенно. Здесь у нас есть озеро. Вы видите, здесь озеро Охридское по-прежнему. Вот такие маленькие домики. Здесь какая-то купель. Я не знаю, что это. Но это очень красиво. Но, смотрите, написано: «Вода-то е добра за пиение». То есть воду можно пить. Все понятно. Очень приятно видеть кириллицу. Сейчас я вам покажу эту надпись. «Добро пожаловать в Македонию». Все понятно абсолютно. Язык немного смешанный с болгарским. Что-то среднее между болгарским и сербским. В принципе, очень понятен. А это павлины кричат. А у них очень противный голос. Они выглядят прекрасно. А голова ужасная. А голос у них вообще отвратительный. Только хвост у них красивый. Да, очень интересное животное. Птица, я бы так сказал. И вот представляете, недавно одного павлина, причем белого павлина, очень-очень редкого, загрызла собака и съела. Их была парочка, мальчик-девочка, и одного из них собака съела вечером. С тех пор они все прячутся по деревьям на вечер и на ночь. А их тут сейчас 10 штук, раньше было 20. Атмосфера просто умиротворяющая, богоугодная и очень красивая. Сейчас я попробую вам рассказать немножко об этом месте. Так, здесь написано, разумеется, на местном языке. В общем, святой Наум в 9 веке нашей эры, в 893 году, построил сам своими руками здесь церковь. Еще здесь был святой Климент. Так, вот фотография монастыря, 1863 год. Портрет святого Наума чуть выше. И одна из фресок, святой Климент, во время Седмочисленицы, во время какой-то службы. Так, потом церковь эта сгорела, и потом ее здесь отстроили заново. Но очень многие артефакты здесь сохранились с давних времен. Если вы хотите, можете нажать на паузу и попробовать почитать местный язык, он очень смешной, очень интересный и оригинальный. Здесь еще написано что-то про славянских просветителей, святых Кирилла и Мефодия. Это павлины, если вы не поняли, это павлины. Так, а вот что у нас есть здесь. Имеется церковь святого Наума, параклис святого Кирилла и Мефодия, потом монастырский конок, то есть гостевой дом, отель и ресторан. Да, я согласен. Вот, смотрите, написано: павлины могут вас покусать, будьте аккуратны. Вот на этой сосне несколько из них живет сейчас. И я буду вам показывать внимательно сейчас чёрч, то есть церковь, смотрим внимательно. Посмотрите, какая интересная мозаика. Здесь у нас один священник держит собаку почему-то за шкирку. И другой в повозке, запряженной коровами, куда-то едет. Очень интересная мозаика. Монастырь святого Наума. Ну и, разумеется, здесь написано, что нельзя ходить в пляжной одежде, либо ходить с собаками сюда.
Добро пожаловать. Если вы не в курсе, не так давно я останавливался в подобных святых местах и в Сербии, и в Черногории. Посмотрите, как они великолепно выглядят. Очень красиво. Вот посмотрите, какая дата здесь стоит. 1293 год стоит, видите? Находится это все на берегу Охридского озера. А вот это непосредственно церковь 9 века. А вот эта конструкция более новая, сразу видно. Это сувенирная лавка, судя по всему. А вот здесь домик, где живут монахи, где живет архимандрит, который меня сегодня гостеприимно принял в гости, бесплатно. Значит, здесь купель, можно попить воды в центре кадра. Здесь ставят свечи. Здесь выбрасывают те, которые отгорели. Можно набрать святой водички. Собственно, я так и делаю. Вот здесь есть чаша на цепочке, крест. И кто-то оставил местную копейку на пожертвование. Что интересно, местные деньги называются так же, как и в Сербии, но только они называются здесь динары. В Сербии это динары, здесь они называются динары. 5. Динар, Македония. Специально для таких, как я, очень простая калькуляция. 50 динар, 1 доллар США. Почему-то во всех трех крайних странах очень простая калькуляция. Что в Сербии, что в Албании, ровно 100 местных единиц денежных составляло 1 американский доллар, в Македонии ровно 50. Вот как будто специально курс придумывают, чтобы легче было считать. Сейчас идет уборка. Местная тетя пылесосит, наводит порядок. Еще один работник убирает внутри. Мы не будем им мешать. Идем наслаждаться видом. Посмотрите, как это все выглядит сверху. По-моему, просто обалденно. Да, восхитительно, я бы сказал. Восхитительно. Все это находится на берегу Охридского озера, на берегу которого я уже живу где-то 9 дней. Но только я жил с албанской стороны. Сейчас я нахожусь на македонской стороне. Сегодня я проехал аж 7 километров. А потом еще один от границы. По озеру и по местным прудам и рекам плавают лебеди, утки и прочие водоплавающие птички. Поэтому они здесь есть. А теперь посмотрите, друзья, какая лепота. Просто неописуемая лепота. Уже село солнышко, около 8 часов вечера. Будем снимать сейчас очень-очень стремительно. Очень интересно, я заехал в Албанию по озеру и выехал тоже по озеру, но только по-другому. Значит, вот так выглядит непосредственно церковь 9 века, церковь святого Наума. Северная Македония. Место очень популярное у местных. Разумеется, это православная христианская церковь. Но Македония чуть-чуть более развита, не намного. Здесь даже есть одна моторная лодка и причал для лодок. И вообще паромное сообщение здесь есть. И речные вокзалы по территории этого озера, большей части которого находится на территории Северной Македонии. Вот вчера я был там находится Албания. Сегодня нахожусь здесь. Я даже сегодня там был. Сегодня я оттуда приехал. Здесь есть еще деревянная одна лодка. Лодочный причал. Моторная лодка. Там сувенирные ряды, разумеется. Очень красивый дворик. Значит, со всех сторон есть... вот это гостевой дом. Он же отель. Здесь есть еще ресторан с очень красивым видом. Вот, павлин нам передает привет. Все находится в окружении хвойных, и не только хвойных, деревьев. Посмотрите, вот это туя какая-то. Ландшафтный дизайн просто великолепный. Пенечки посидеть. Здесь очень жарко летом. Сегодня не лето, но днем было очень жарко. Солнышко светило неистово. В Греции уже 35 градусов тепла днем. Греция находится в 2 шагах отсюда. А литовские байкеры мне сказали, что не пустили их 2 раза из Албании.
Сказали, пускаем только с греческим паспортом. Посмотрите, какие красивые деревья у нас здесь, перед этой церковью святого Наума. Потрясающий дизайн. Ну, македонцы, так же, как и все балканцы, очень много курят, поэтому здесь место для перекуров. Вот, мы находимся на территории святого Наума, отеля и ресторана. Вот здесь у нас ресторан, и мне обещают даже завтра завтрак, простите за тавтологию, с умопомрачительным видом на Охридское озеро. Пока не сильно потемнело, я еще хочу показать вам другие объекты рядышком. Храни вас Бог, друзья, не забудьте подписаться для этого, поделиться роликом с друзьями, нажать на колокольчик, поставить лайк этому видео, сделать колокольчик черного цвета, помолиться за мои странствия, чтобы они проходили всегда успешно, незатратно и благополучно. Поделитесь роликом с друзьями, напишите какие-нибудь теплые комментарии. Я пошел исследовать далее территорию. Ага, вот, павлины меня подгоняют и зовут, и ждут. Увидимся, друзья. Впереди много интересного. Еще немного вечерней панорамы. Тихо. Тихо. Guys, if you don't understand what's going on, that is a monastery and the church of Saint Naum, North Macedonia. Directly next kilometers after border with Albania. Tonight I'm gonna sleep here, and it's fantastic, beautiful again, because it's still on the coast of Ohrid Lake, and here you can see even a place for boats. I'm sorry, I forgot that word. And even one motorboat. And it's still fantastic, unbelievable, beautiful. Guys, don't forget to subscribe to this channel, give me a like, write me nice comments, share this video with your friends. Push the bell near the button subscribe, make it in black color, and write me nice comments. Thank you. Еще одна деталь. Это очень старая дорога, на которой можно легко сломать ноги, если вы пройдете сюда на каблуках. Посмотрите, какая красота. Все это, я так понимаю, уже кипарисы на фоне Охридского озера. Но самое смешное, так это то, что после распада Югославии у македонцев отобрали все гласные. Поэтому у них есть слова абсолютно без гласных букв. А это еще нормальная церква. Это еще нормально. Но есть слово «цирн» абсолютно без единой гласной и так далее. «Вырт» и прочие слова. Это просто рак мозга. Маленькая циркушка. Опять-таки указатель, как пользоваться. И даже здесь въезд для людей с ограниченными возможностями. Как видите, все понятно. Абсолютно все понятно. Вот такая замечательная, очень красивая церковь, маленькая, это новодел явно, но она при этом очень красивая. Милая Наум Охридский чудотворец, тот, кто построил эту всю церковь в 9 веке. Святой Климент Охридский. За здравие, за покой. Ага, вот я нашел святую воду, которая идет вообще без остановки. Очень мило. Еще здесь есть родники, такие замечательные, которые впадают и формируют, собственно, это озеро Охридское. И сегодня я не доехал до большого города, который так и называется Охрид. Там даже есть аэропорт. Македония – это цивилизация. Население всего 2 миллиона людей, но чуть-чуть больше цивилизации, чем в Албании. Вот так выглядит эта церквушка.
Вот здесь кто-то вообще посадил кусочки пальм каких-то. Это Балканы. Часто можно заметить какую-то несуразицу. Это одна из самых маленьких стран на Балканском полуострове. После, после Черногории это вторая по численности населения. В Черногории было 650 тысяч людей, здесь 2 миллиона. А обратите внимание, они поют, как будто мяукают павлины. У них очень интересный звук или голос. Пострижена травка здесь, вообще красота. Единственная птица, которая мяукает. Ага, вот так мы завтра с вами и пойдем. Охридско езеро, монастырь Святой Святый Наум, церковь Святого Петка, церковь Святой Богородицы и церковь Святого Атанасии. Можно так пройти. Это будет все завтра. Оставайтесь на связи. Храни вас Бог и доброй ночи. Спасибо за просмотр. Увидимся на краю света.